Начнем выпуск с задержания трех маломерных судов в акватории Каспийского моря в ходе проведения рыбоохранных мероприятий. По данным погрануправления ФСБ России по Республике Дагестан, в них находились граждане без документов, удостоверяющих личность. При осмотре в лодках обнаружены 10 живых рыб пасетровых видов. Их выпустили в море. Таким образом, силовикам удалось предотвратить ущерб государству на 1,5 миллиона рублей. Напоминаю, что рыба осетровых пород занесена в Красную книгу. За ее вылов предусмотрена уголовная ответственность и крупный штраф. Так, сумма за одну рыбу осетровых, независимо от размера и веса, составляет более 138 тысяч рублей.